Всем привет, с вами Черный Металл игре 7 Days to Die. Меня этот самолетик удивил, сбросил мне прям в город аэродроп. Никогда такого не было. Ну вот, бегу за ним. Сейчас интересно посмотреть, может там есть книжечка наконец-таки на мини-байк. А это здесь уже я все лутал, хотя может не все. Надо будет еще побегать, покопаться, пока у меня железо перерабатывается. Это ашка. Ой, да ну нафиг это все вооружение. Мне сейчас не до него. О, сейчас камушки как раз тут подцыгалю. Повеселился, так сказать. Ядрить твою напополам. Ой-ё. Что ж, дорогие друзья, книжка на мини-байк есть. Так. Ох, 6 часов утра, и у меня есть книжка на мини-байк. Ну, 6 часов реального времени у меня. Решил заснять по приколу запись. Так, ну что ж, я тогда поснимаю, соберем мини-байк. Сейчас пойду думать, как выплавить детали. Только игру, как говорится, сейчас забегу наверх, поставлю на паузу. Как-то так. Что ж, дорогие друзья, пока пауза, соберу мини-байк, вам покажу. Потом получится говененький. Ну ладно, пофиг. Что ж, дорогие друзья, давайте-ка прочтем эту книжечку. Все, у нас есть новый рецепт. Ула. Ну уже, как говорится, хотя бы с закладами будет ездить гораздо проще. Нафига мне штаны-то здесь вообще? Я же с голой... ладно, проехали. С чем я бегаю, с голым? Нет, хотя я вроде немного одетый. Да, немного одетый. Но все равно босиком. Так, надо посмотреть в конце концов. Чем мне еще не хватает, помимо мозгов? Ну, Nailgun, да. Мне чертеж, конечно, может и... Хотя, толку мне от этого Nailgun сейчас. Мне дерево нужно. Во, вспомнил. У меня кончилось дерево жестко. Так, надо посмотреть. Там что-то отремонтировать я хотел вроде. А, нет. У меня все целое. А, ну да, меня медведь с одного раза убил. Ну да ладно. Такс. Сколько у меня смертей-то на данный момент, кстати говоря, вот интересно посмотреть. Ну, пока 17, не так много. Текс, 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 текс. Это нафиг надо выложить, это мне не нужно. А мне нужно мини-байк-сит. Ми... О, конечно, у меня опять русский язык. Мини. Да ёшкин ты матрёшкин. А где у меня он делается? Вроде делался ради в раньше в крафтовом столе. А сейчас нет. Это получай. Ой, кожа нужна. Коттон у меня есть. Трубки, скотч есть. Мне нужна кожа. Кожа, кожа, кожа. Мне кожа также на печке нужна. Так, ладненько, дорогие друзья. Я побежал-ка, наверное, в гостиницу, пока подобываю кожу. Здесь у меня что, варится все? Или уже отварилось? Понятно, отварилось уже. Это плохо, что оно так варится. Ужасно плохо. Да, кстати говоря, сейчас железо намного выгоднее добывать в шахте, нежели бегать по минному полю и натыкаться на мины. Как бы одно побустили, другое пофиксили. Ну, чем-то хорошо и чем-то плохо. Я сейчас покопал немножко железа и понял, то, что больше не побегу в тот биом подрываться на минах. Ну, хотя да, мне было обидно, когда у меня там сколько? 4000 железа так пропало просто так. Потому что зомбики случайно у меня убили рюкзачок. Кстати, ванильки такой баг тоже есть. У меня там рюкзаки хоть не терялись часто, но хотя я там и не помирал так часто. И вот мне интересно, кое-что сейчас другое. А вот у меня котом. Что ж, я пока, дорогие друзья, надо добычу кожи.
Хотя отсюда может всю глину просто вынуть. А ее можно отсюда вынуть? Нет, ее отсюда не вынуть. Тут 2000 глины. 2000 глины. Так, давайте кое-что попробуем. А можно ли печку Т3 снять на обратно на Т3? Ой, фига я по ней ДПС, ну. Надо поаккуратней. Да. Это будет проблемка. Большая проблемка. Может, каменный молоточек себе сделать будет проще, блин. Так, это уже вопрос хороший. А как получше бы ее снять? Ладно, давайте тогда немножко поизвращаемся. Рецепты, палочки. То я сейчас киркой чувствую, ее на тот свет быстренько отправлю. Так, а ну-ка. Где у меня тут молоточек мой волшебный? Крафт. Давайте вместо арбалета его применим. Я промолчу. Так, кирка. Попробовать каменной киркой воспользоваться. Давайте подумаем, как эти печки поинтереснее поснимать. Ладно, стон и пикич. Хаммер, акс, пикич. Как говорится, давайте, мне интересно. Если я сейчас печку Т3 уровня разрушу, я плакать буду. А, нет, вот так вот нормально, стон и пикич. Никогда не долбите только стальной. Это хорошо, хоть у меня титановый еще реально нет. Я бы сейчас так хоп с одного удара, и нету печки. Сейчас бы хоп так заболтался. Так, ладненько. Не, это надолго. А вот теперь только реально вопрос. Она Т3 станет или Т1? Сейчас проверим. Мне это жутко интересно. Или вообще ничем не станет. Момент истины подходит ближе и ближе. Ну, там глина 2000. Ладно, ты фиг с ней. Глину все равно диглинг прокачивает. Покопаю еще. Жалко, тебе говоря, что когда печку вы снимаете, там ресурсы не остаются, они теряются. Фордж. И я так полагаю, фордж это ты первый, да? Да, да твою ж-то дивизию. Ай. Сюда можно вот так вот, киркой раз, киркой два. Толку мне этой первой печки. Ладненько, я на добычу кожи пока. Пауза. Что ж, дорогие друзья, байк там я пока еще собираю. У меня там плавляется пару вещей. Ну, вот что пока из себя представляет конкретно моя оборонка. В домике. Это вот такую вот я бабуйню собрал. Посмотрим, как она будет работать, эффективно ли. Мне еще надо, как говорится, стали наплавить и двери сделать человеческие. Но двери, скорее всего, пока буду делать просто с обычных железных решеток. А здесь я ничего... А, нет, могу что-то поставить. Надо же. Вот. Как-то так это все выглядит. Я еще тут доделываю. Еще доделывать. Ой, мама мия. Сейчас цемент весь свой последний забрал. Надеюсь, его мне хватит. Здесь я хочу расположить, по сути, печки. Так. Стоп. Мне нужно расстояние. Раз, два, три. Раз, два. Ага, порядок.
Расстояние между стенами я делаю, как правило, 3. Что сейчас было такое за глюк? Ну да ладно. Расстояние между печками я делаю, как правило, 3. Здесь две первых печки поставлю. И потом где-то сверху уже будут до третьей ставить. Тоже две штуки. Этого вполне в этой игре хватает. То есть 6 печек. Но если их все включать, то мне нужна полная, как говорится, оборонка. А, блин, опять так приперся. Занято. Погоди, ты как прошел, друг? Давай, колись, как протиснулся. Хотя, может, и рестнулся здесь у меня. А, ну правильно, правильно. Правильно, правильно, правильно все, мужичок. Боровичок. Ай, ё-моё. Так, давай иди сюда. Как раз тестить будем. Да? Да? Да, правильно, они стоят и ничего не знают, что сделать. Старый бас. Ну, как раз про тесты на оборонке, дорогие друзья. И чё, иди, чё это вы тут ползали? Да, они не знают, что делать. А вот для чего мне это все нужно было. Кто не знает? Хотя никто это не знает. Это, по сути, используют ребята на серверах. Это я на англоязычные сервера залазил. Кстати, неплохо англоязычные ребята владеют гуглом. Некоторые хорошо русский понимают. Очень удобно было мне с ним пообщаться. В общем-то, вот такая вот подобная оборонка. Я не такую, как у него собрал, а наподобие. В общем-то, зомби становятся просто и все. И спамятся. То есть их дальнейшее можно лутать, разбирать. Вот вам, пожалуйста. А они, ну это такое, они делали вот такой как бы четверной вот такой большой бункер. Но это я потом уже, скорее всего, соберу в следующем сезоне. Наверное, в Алмоде буду собирать. В общем, очень удобная вещь. Мадам, мадам, сюда ко мне давайте. Как я вас? Поцелуемся? Нет, не хотите? Что, вообще не хотите? Серьезно? Не, ну, как бы понимаю, у зеленого цвета я вроде какая, розового или белого? А розового, не нравлюсь вам. Ну, что ж, не судьба. Извините, тогда уж. Ну, вот как-то так, дорогие друзья. Зомби спамятся, их будут просто убивать. И я смогу их, наконец-то, блин, лутать. Что ж, я пока на паузу поставлю. Вам основной принцип действия вот этой вот оборонки я показал, почему я ее собирал. Сколько там времени-то хоть? Ладно, я тут тогда эту серию сделаю на 2 игровых дня. Сильно затягивать не хочу. Ну, делать маленькую серию. Сделаю стандартную 30 минут, но это пока бетончиком побалуюсь. Всякую остальную бабуню здесь надо заделать, кстати говоря. Что ж, я пока поразвлекаюсь. Увидимся, как говорится, в следующем дне, когда я немного полутаю аптеку и хотя бы мотоцикл доведу до фиолетового уровня, потому что у меня там просто полный абзац, у меня получается он... Ой, плакать хочется. Что ж, пока пауза. Что ж, дорогие друзья, прошел практически один игровой день. Уже у меня утречка здесь. Набил я кожи, почти всю гостиницу обдербанил, реально обдербанил. Что это больше никак нельзя назвать. Бегал там как умалишенный. Сейчас пока подготавливаюсь потихонечку к переезду. И себе крафчу. Ну да, руль-то у меня отлично получается. Отлично, это все 600-е будет. Но вот кроме движка у меня все хорошо.
То есть колеса. Ой, еще и аккумулятор горит. Так, возьмем пустые тогда аккумуляторы. Так, а что я с собой фигню таскаю? Нафиг иди. Да, с аккумуляторами у меня как-то беда. Я их сколько не объединял, лучше от этого не становится. Ну ладно. Пустой аккумулятор, наверное, подойдет. Хотя я, честно говоря, не знаю. Ой, давайте поставим наш первый мопед. Только надо, наверное, топливо взять. Его заправить сразу. Топлива мне, благо, хватает. Вот чем-чем, вот топливом я точно не обделен. Многие пишут, что на химической станции... забыл сказать, серии наперед снимаю. Не забывайте. Так, на химической станции очень читерно получается делать топливо. Знаете, я после того, как нашел нефтеперерабатывающую, как бы, вот это вот завод, который у меня есть в сериях, у меня не то что надобность, у меня вообще в ту сторону даже плевать не надо. Так, так, и чё? Колеса. И у нас получается... фуалетовый получается. Фуалетовый. И чё мне дали? А, часть ткани. Ядрить-то вы напополам. Нифига ты там топливо схавал. Ну, слушайте. Ладно, аккумулятор пусть заряжается. Так, погоди. Аккумулятор у нас тут пустой или полный, я вот не помню. А, EM2KL battery. Так, EM2KL battery, топливо, топливо, топливо. Ну ладно, здесь будем использовать пустую батарею. За топливом сейчас бегаю, еще одну, две бочки раздербаню. Может так и быть. Это не проблема. А по поводу того, что у Soil Shell там тонны топлива добываете, ну, ребят, ну... Блин, у меня 60 бочек топлива. Вот с топливом проблем у меня вообще нету. Прошу прощения. Ну, вот только теперь проблема тут в другом. Да чтоб тебя налево было. Да, понятно все. Ну, в общем-то, мини-байк мы собрали. Кожа у меня есть, это у меня все есть. Как говорится, будем потихонечку продолжать развитие далее. Мне сейчас надо две печки еще Т2 построить. Да, там по 30-ке как раз выйдет все в нормуль. Сейчас еще все две печки построю Т2. Надо съездить глинки накопать. Сейчас я заправочку тогда посетю. У меня тут пара заправок уже была. Мадам. Что вы здесь делаете? Бензин не принесли? А, это еще одна орда, ё-моё. Как вы меня, ребята, запарили? Кто бы знал. Ну, это что, все что ли? Вы прикалываетесь? Серьезно? Да ну нафиг. Застряли, что ли, где-то там? А, нет, идут вон, да? А как же ж. Apple Seed не надо. Ну, ё-моё. Я думал, они синхронно умрут. Или хотя бы голову оторвали бы синхронно. Было бы красивее. Серьезно, что ли? Это вся орда? Да ну. Да. Чё-то орда как-то в последнее время вообще жесть. Так. Чё-то эта гамма меня добивает. Гамму ночью мне пришлось убрать вообще практически в ноль, потому что от фонарика такое яркое свечение было, как будто я тут с собой на лоб солнце прикрепил второе. Настройки игры я постоянно меняю. Так что как-то так.
что ж, дорогие друзья, мини-байк, как говорится. Давай, топливо. Жадина какая, говядина. Что ж, дорогие друзья, мини-байк, как говорится, мы собрали на колесах. Посмотрим дальше тут, что будет. Сейчас мне надо домик, во-первых, отстроить. Но топливо он так сильно не ест, кстати говоря. Терпимо, терпимо. Топливо много не хавает. Ну да, топливо мало ест, кстати говоря. Вполне нормально. Что ж, на этом серию, пожалуй, я буду заканчивать. Ну, понравилось, ставьте лайк. А, о, еще что хотел показать. Вот такие дверки я себе сделал. Очень хорошие дверки. Довольно-таки прикольные. Это, по идее, в разработчиков есть такие двери, они просто их в игру не вводят. Типа они где-то багуют. Вот что там может где баговать, это, конечно, вопрос такой интересный, лично для меня. Но у разработчиков видно свое мнение на этот счет. Как бы я сейчас пока печечки за построю себе. Колеса мне надо убрать. Сейчас две печки еще построю. И поеду немножко начинать уже обустраивать базу, так сказать. Потому что это надо. Надо еще глинки накопать будет. Да, глинки надо будет накопать. Это полюбасу. Сейчас глиной у меня что-то, я смотрю, беда-бедовая. Ну что ж, как говорится, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии просто оставляйте под видео на YouTube. С вами был Черный Металл в игре 7 Days to Die. Как говорится, всем удачи, всем пока.